Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Спайдерстеф, у нас вторая часть Майнкрафт Стори Мод. Вы хорошо поддержали прошлое видео, 3 лайка, неплохо, спасибо. На самом деле я не знаю, потому что это видео я сразу же снимаю через после съемки видео Майнкрафт Pocket Edition номер 1, поэтому да. Сейчас у нас второй эпизод, вторая серия. Давайте посмотрим. Начинаем. Да, оказывается, эту игру даже донатить надо. Ну ладно. Ну, деньги у меня есть. Если он донатит игру для прохождения, то он получает обратно эти деньги. Героем можно стать при невероятных обстоятельствах. Ссора друзей может вылиться в отчаянную вражду. Если считать, это кадры из первого эпизода. Когда мир в опасности, судьба призывает обычных людей для необычных совершений. И приключения, которых они только мечтали. Наши герои слила судьба. Теперь им нужна помощь легендарного творца Хаоса. Но остается один вопрос. Хватит ли этого, чтобы спасти мир? Страшно стало от того последнего кадра, когда чудовище вдалеке было. Начинается. Вагонетки в аду. Эй! Что же ты, Джесси? Не хочешь даже немного развлечься? Вообще-то да. Вот молодчина. Если нам не удается вновь собрать орден, и сушая буря пожрет все без костей. А значит, надо добраться скорее до ордена. Знаешь что? Ты права. Мы разыщем Магнуса, приведем его, и уж наверняка придумаем, как задать жару этой буре. Оу, блин! Ой, только не я думаю, я мне сейчас надо будет тыкать. Ой-ой-ой-ой! Прячьтесь! Чего он так злобствует? Вагонетки! Скорее, примени что-нибудь против этого гаста! Так быстро, думай, Джесси, что же выбрать? Только не промахнись, ладно? Не хочу, чтобы он зажарил собой. Ой-ой. Ой-ой, это уже опасно. Быстрее бежим. Давай быстрее, Айвар. Иди сюда. Да, надо отражать фаербол, я понял. Ай, я не успел. На-ка. Ты чё, не умер? На! Насквозь! Урубана снегал под глазом пропал. Пройти, дружок! Вперед! Да, у него попал снегал. Это хорошо. Снегал! Ты была беспокойна, Джесси. И в схватке с Гастом, и в погоне за вагонеткой. Прекрасная разминка! Вперед! Перед тем, как будем... Бамбер. Господи, боже мой. Как хорошо. Вот так. Бумбер. Так, ну что? Мне понравилось, когда ты шла первый в прошлый раз. Может, и сейчас так же поступишь? Кто знает, куда у нас отведет? Может, прям в пасть этому чудовищу. Я надеюсь, к нашему герою, к Магнусу, или какой-то хаос,
Майнкрафт Стори Мод. Осторожнее, ладно? Один неверный шаг. Вот я ее видел. Бежим быстрее. Кто ты такой? Камикадзе в Майнкрафте. О, господи. Вот, ты глянь, это же полный бедлам. Хаос. Кактус. Какой кактус? У нас такие не растут. Это не... Я бы взял его в качестве сувенира. Да боюсь совать его с тобой. Акции в своем репертуаре. Это все от разных риферов. Графическое оформление. Мягко говоря, оставляет желать лучшего. Ну-ну. Ишь. Почему там не переведено было? Ладно. Ну вот здесь, пожалуйста. Бумбук во всей его красе. Что скажешь? Как будто наконец домой вернулся. Ого, в Бумбурге прям надо держать ухо востро. Потрясающее место, да? Ага, конечно, наконец-то получилось. Что получилось, я просто не понял. Орден камня. Блин, он светится. Я тоже, кстати, заметил. Похоже, подруга, ты что-то разгадала. Раньше же такое уже было, помнишь, в храме? Да. Смотри, течение усиливается, если двигается в определенном направлении. Потихоньку, полигоньку. Может, налево? Нет, направо. Нет, от тебя налево, ага, правильно. А направо неправильно, от меня направо правильно. Аксель, ты меня напрягаешь. И меня тоже. Так, смотри. Значит, в то направление. Ну, погоди, вот в то. Вот. Погоди, тогда получается... Блин, как же сложно. Чё ты не идёшь-то? Всё, он будет. Он вообще потух. Ну да, это не... Ого, ого, хрю! Оля, похоже, он... То, что шпиль. От Магнуса. Ты кто такая? Это Пеппи Длинничок. Эй, новенькие. Так, вы говорите, что знаете, где находится Магнус? Вообще-то здесь в Бумбурге каждый так делает. Извиняюсь. Продолжаем. Да, так ничего. Что такое? Нор found some new. Но хотели какие-то салат со штукенцией в руках. Джесси? Everyone just back off, all right? We need this to find Magnus, and if... Hey, we all want to find Magnus right now. Мы все найти, хотим найти Магнуса. Get back, you guys! Хватай его! Almighty Magnus, I have for you this offering! No! Bunch of noobs! They're going the same way. They're working together. This is just how we do it in Boomtown. Which one took the amulet? Кто из них взял амулет? Я уже знаю кто. О, он. I'll get the one with the fishing pole. Я догоню типа судочка. You get the little blue-haired creep. А ты сделал шлепка. Think fast. Шевели мозгами. Да ты ничего. Just give me the
Просто дай мне амулет. Эй, дружок, не надо так орать. Вот. Моя очередь. Эй, тут Нора не пробегала? Пробегала. И амулет снова у нее. А ну стой! А если я не хочу? Ах ты ж. Эх, пока эти кирпичи ломаем, кучу времени потеряем. К счастью, я нашла выход. И не надо ничего проламывать. Полианам, естественно, конечно. Летим лианам. Лиана. Простите, ребят, но я слишком долго пыталась найти Магнуса, и теперь вам не время наслаждаться. Плохо дело, Джесси. Хорошо. Вы знаете, что вы мне напоминаете? Мелодия, которая как-то раз зависла у меня в голове. И я никак не могла от нее отвязаться. Есть контакт. Ладно, мулетик, покажи дорогу. Я правда еще не знаю, что буду делать, когда попаду туда. Но это уже вопрос будущего. Кликаем, кликаем, кликаем. Блин, как же сложно кликать. Отдай амулет. Ой-ой, неужели опять? Бери амулет. Как мы с тетенькой, как будто в девяточку послали. Так, класс, я же говорил, что надо работать в команде. Чего? Я это тоже говорил. Как бы не так, дай сюда. Это мое. Есть, наконец-то у меня. Быстро, вынимайте. Тихо. Быстрее! Что делать? Амулетик! Максис, Магнус is somewhere in that building above us. Над нами он должен быть. Скорее же, бросай мне амулет. Я окружен крейсерами, и они хотят порвать нас на куски. Смотри, только не потеряй его. Да не волнуйся ты, я все сделаю, а ты давай отвлекай их. Он наверху, а там я их видел. Я люблю спиритические сеансы, замечательно. Спиритические. Давайте же. Как хорошо, что я использую твое же оружие против себя самого. Проходим, 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 проходим. Здравствуйте, счастливый случай. Пока! Кто-то еще остался? Вроде как нет. Ой, пожалуйста, только не это. Из первого выпуска я не мог воскресить. Джесси, ты справилась. А чего ты так удивляешься? Амулет у тебя? Конечно. Мы с крышкой не ударили Джесси в сон. Что ж, рада, что все целы. Молодец, Магнус, мы идем. Ой, ребят, Магнус. Я думаю, мы встретимся с Магнусом и попрощаемся с вами. Потому что время... Ну, 20 минут поснимаем, уже нормально. Хм, может, она все еще там? Ценное время. Обсидиановая комната. Угу. Где-то я уже такой слышал. А здесь сработало. Какой-то веки. Похоже на это. Идем внутрь. Right behind you. Я за тобой. Вы еще говорите, в футболе очень жесткие отскоки, тем более в FIFA. Что это сейчас был за отскок? Здесь вокруг сотни невидимых смертоносных ловушек. Сделайте еще какой-то. И Каю!
Это Магнус. Мы попали в его сети. Эх, похоже, сейчас распрощаемся с жизнью. Вы правда думали, что можете ко мне подкраться? Ха, вы самый неудачный отгрифер, что я встречал. Еще и свинья. И с ней вы хотели подкраться? Король Магнус, мы смотрели в твой славный замок и не хотели тебя прогнивать. Ну да, конечно. Значит, вы все пара грифер хотели меня взорвать. Тогда вот что я вам скажу. Я имею в виду вон того... У него грифера написано, что он грифер. Да, я все потому, что он твой ярый покойник. Посмотри на него. Ну да, какой уж я ярый. Прекрасно. Скажите мне, недогрифер, как вы меня нашли? Каково... Вы какого вы работаете? Или, может, подкупили другого грифера? У нас есть амулет, который привел нас прямо к тебе. Ага, хорошая вещица. От Габриэля, да? Все его кажется подозрительным, ребятки. Кто вы на самом деле? Зачем вы здесь? Мир под угрозой уничтожения. Вы меня заинтриговали. Продолжайте. Там огромный монстр, который пожирает весь мир, и ничто не может его остановить. Велел нам вновь прибыть Габриэль. Магнус, ты должен пойти с нами. Возможно, ты наша единственная надежда. Почему я должен идти с вами? Найдите хотя бы одну причину, пусть крохотную. Ты же слыл героем, Магнус. А ведь именно теперь мир нужен спасение. Ты можешь пойти с нами и оставить эту напасть. Все, что вы тут мне наговорили.